Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever... Привет, друзья, с вами Флок. У нас сегодня два прекрасных трека. Один трек от Джина, другой трек от BTS в целом. Спасибо большое за эти треки, это очень кстати, вы накидали прям дофига треков, и на данный момент, как уже и сказал, это прям вообще кстати, каждый рубль, каждый ваш пожертвованный рубль пойдет на отличное времяпрепровождение мое в горах, в момент моего дня рождения, друзья. Вот. Ну, я это два раза повторил, да. Так что давайте мы сейчас начнем. Так, смотрите, я маленько здесь переиграл, короче... Скажите, как будет лучше, либо вот так вот, либо как это было раньше, да, вот здесь вот сверху, то есть, ну, просто надоело маленько, и вот еще бы вот эту стену украсить, и было бы вообще шикарно. А, так, давайте, погнали. Кстати, песня Джина, получается, в донате написали, что это песня про ушедших питомцев. Блин, это вообще на самом деле очень страшно. У меня, конечно, не было... Нет, у меня было такое, но это было очень давно. Я был, можно сказать, в несознательном возрасте, поэтому я так сильно не переживал. Но когда животное живет с тобой, допустим, очень долго, да, то это член семьи. Это очень грустно. Блин, у меня коту сейчас сколько? Ему уже лет 20. И, блин, я не представляю, что будет, если его не будет вообще. Ладно, давайте посмотрим. И память чинамя, на полсу обсека потуряла. А ночи тумелен к нубито, на мухи сукетин к чугамдо. И как уже и сказал, слава богу, у меня пока такого не было, да. Но был момент, когда вот со мной долгое время, получается, 6 лет жила одна собака, да. Она есть у меня в Инстаграме, она есть у меня ВКонтакте, можете увидеть там далматинец. Ну, потом и так получилось, что она просто, ну, не стала с нами жить. Вот это, конечно, тоже печально. Но когда вот именно уходят, да,
ну, в другом смысле уходят питомцы. Это все равно, что вот, блин, ну, как кусок, можно сказать, вырвали. Это печально, потому что это же, блин, это же часть семьи все-таки. Да. Так, ладно, BTS, No More Dream, Dance Break. Так, давайте посмотрим. Выступление сказали классное. Блин, мне их костюмы вот эти вот нравятся. Часто я их вижу в этих костюмах, ну вот в подобных. Так. Здесь не хватало сальто просто с разбега. А, вот это я видел не раз. Красава. Ну ладно. Первый трек был просто великолепным. Первый трек был, ну, блин, такой печальный, конечно, грустный, но, блин, ну, жизненный, да, понятно.
Второе видео маленько порадовало. Ну как маленько? Оно порадовало. Хорошо, что я их посмотрел не в другой последовательности. То есть сначала нужно маленько погрустить, а потом порадоваться, да? Спасибо большое за данное видео. С вами был, как всегда, Флог. Всем спасибо. Пока.